маску? Нет. Пожалуйста. Берегите себя и оставайтесь дома. С такими словами волонтеры вручают горожанам медицинские маски и делают это совершенно бесплатно. Акция проходит в регионе по поручению губернатора. Получить медицинское средство защиты могут все, кто вынужден выйти на улицу во время режима всеобщей самоизоляции. Акция проводится для того, чтобы обезопасить наших граждан. Опять же, показать, что нам не безразлично наше общество. И, естественно, как бы показать, что очень много активных ребят, очень много неравнодушных в данный период. Медицинская маска – только один из способов борьбы с коронавирусной инфекцией. За один день волонтеры передали жителям порядка 2000 наборов. В дальнейшем акцию планируется продолжить на других территориях округа, чтобы обеспечить масками всех, кто в них нуждается. И все же волонтеры не устают напоминать – пожалуйста, оставайтесь дома. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».